Еженедельная встреча в формате выездной администрации состоялась во Дворце культуры «Исток». Более 30 человек обратились к представителям исполнительной власти со своими вопросами. Заместители главы администрации, представители сфер ЖКХ, благоустройства, дорожно-транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельно-имущественных отношений провели прием граждан, проживающих в микрорайоне «Красный текстильщик». Вопросов у горожан немало. Они касались ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий, строительства детских площадок, содержания контейнерных площадок, приватизации жилых помещений, законности торговых объектов. Ответили серпуховичам и на запросы по получению субсидий и льгот. Не всегда, конечно, удается здесь получить или решить какую-то проблему, но все проблемы, с которыми жители обращаются, обязательно будут рассмотрены администрацией, соответствующим образом даны ответы заявителям на их вопросы. Каждую неделю представители исполнительной власти муниципалитета встречаются с жителями в разных микрорайонах округа. Следующая встреча состоится 8 декабря в 17:00 в деревне Балково. Мероприятие организовано по поручению главы муниципалитета.